Полиция ищет даму, которая сбывает поддельные 5000-ные купюры. По версии следствия, именно эта женщина расплатилась ненастоящей банкнотой за сигареты в одном из киосков Кыштыма. Фальшивку обнаружили, когда подсчитывали дневную выручку. В другом районе города по такой же схеме фальшивомонетчики сбыли еще одну поддельную купюру. На этот раз пачку сигарет в магазине покупал парень. Не исключено, что он может действовать заодно с этой женщиной. Полиция пытается установить личность дамы и ждет звонков от тех, кто ее узнал.